Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 7 мая католическая церковь чтит память святой Флавии Домициллы, мученицы начала II века. Флавия Домицилла происходила из императорского рода Флавиев. В 95 году мужа Домициллы казнили, ее сослали на остров Пандатерию. Вину Домициллы поставили то, что она обратила в христианство мужа и детей.